Дариус, спасибо большое за донат. В донате написано: закончим серию буллет донатов песни с последнего альбома, где они пытались утяжеляться, тоже вне очереди. Спасибо большое. Но походу не закончим, потому что другие донатеры врываются и продолжают донатить пулю. Очень стыдненько по ощущениям бывает. Почему сразу что плохое, то девчачье? Да нет, я же не говорю, что плохое. Я именно и говорю, что девчачье. Это не значит плохое. Плохое — это плохое, девчачье — это девчачье. Видимо, челы, да, немножко. Может быть, уже все, как бы девочки подросли, им надо уже что-то посерьезнее уже врубать. Ну вот здесь совсем уже как бы здесь типа это. А, окей. То есть было, и все-таки певческий момент ставился. Александр Степанов пишет в чате: раньше буллеты делали музло для девочек, но звучали убойно, а сейчас перестали писать для малолеток, но слушать невозможно. Ну я бы не сказал, что невозможно, но да, на самом деле, кстати, вот вроде утяжелились, а что-то не стало интересно. Weekend Dream один из популярных. Но не Tears Don't Fall все-таки. В Москве, Питере не требует. Ну, я свои пробовал акустические, типа, мутить. То есть, пока я жил в Москве, и пока для меня поездка на концерт стоила, ну, не знаю, максимум косарь, если я на такси еду туда-обратно и везу кучу инструментов с собой. Тогда это было вообще классно. И еще когда клуб, считай, был... типа арт-директор, моя женщина прошлая. Типа условия можно получить удобные очень. Тогда вообще классно. Я прям акустические концерты мутил, ну, раз в пару месяцев. Сейчас это неудобно. Даже в Минске аудитория нигде не просто. Ничего себе. Фолк, кстати, да, фолк очень почему-то хорошо работает. Не знаю, я слышу один малый барабан какой-то. И бочка. Просто все песни. Ой, может это просто так сведено, типа. Может, что-то по музыке что-то непонятное вообще происходит. Не особо работающее. Спасибо за донат в любом случае.